Ну, в общем, еще раз, вот начиная с этого дерева и вот по периметру всего этого, все деревья помечены красными точками или крестиками, что на языке вырубщиков означает, что они подлежат вырубке, включая вот эту часть тоже. Кто-то говорит, что, знаете, мне кто-то говорит, что это все делается к выборам мэра, но мне кажется, что это самая огромная свинья, которую за все время кто-то догадался Собянину подложить. Особенно, поскольку это делается в районе Перелёвы Западной. Вот вы видите сейчас, что если убрать вот эту часть и вот эту часть, то все дома, которые у нас остаются по Востряковскому проезду, будут полностью, абсолютно открыты дыму с ТЭЦ. Дальше, надо что-то делать.